Всем привет, с вами Ростиксон. Сегодня расскажу про Фаркастер, про ретродропы, как получить ретродроп от Фаркастера и просто в целом. Смотрите, какой у меня идеальный план. Я в большинстве, ну то есть очень много, ну как, относительно своего банка, много потратил на тир-1 проекты, но также мне очень нравится стратегия, когда ты делаешь хороший упор как на тир-1 проекты, то есть там это их 3-4-5, но также ты обрабатываешь и еще 10-20 проектов, потому что действительно сейчас проектов много, и мне нравятся мои знакомые, которые делают там по 40-30 проектов, и притом все довольно-таки серьезно. Так, идем дальше. Фаркастер — это децентрализованная социальная сеть. Они привлекли 30 миллионов долларов от A16Z, Coinbase Ventures, Multicoin Capital и других. Информации про токен в данный момент нет. Сколько мы тратим на участие? 0 долларов. И у нас N аккаунтов. Затраты на время — это 10 минут. Так, ожидаемые награды — это ретродроп Фаркастер. Какая инструкция? Нам нужно перейти на страницу формы, подключить кошелек, привязать свой Twitter и указать почту. После получения доступа устанавливаем приложение и проявляем в нем активность. Также можно повзаимодействовать с приложениями из экосистемы проекта. Такс. Что по поводу получения Фаркастера? Это практически идеально то, что мы здесь не тратим никаких денег. Что же нам нужно сделать? Это написать в Twitter фаундеру Фаркастера. Может быть, написать фаундеру через сам Фаркастер. Если у вас есть друзья с Фаркастером. Я лично получил инвайт от знакомого из чата еще месяца 2 назад, 3. Ну и иногда делают какую-то активность в Фаркастере. Кстати, вот этот гайд, все вот это я прочитал из Крипто Прайма. У меня есть несколько видео конкретно по Крипто Прайму, зачем он нужен. Если кратко, то в Крипто Прайме календари, все удобно, все темки расписаны. И я считаю, очень удобно. Поэтому сам пользуюсь вот как-то так. Фаркастер, считаю, рескрывает хороший, делаем. Но также не забываем о Старке, Закосинке, Зоре, Бейс, что там еще? Ну, много, на самом деле, много проектов. Не то, что я бы удивлен, но проектов много, их реально много. Тот же Аптос, вопрос, насыпет ли он, но рескрывард интересный и так далее. Удачки всем. Кстати, ссылка на Крипто Прайм будет в описании.